Привет всем! Вы смотрите видео на канале Double Geek, и с вами, как всегда, Серега. И мы продолжаем проходить Rise Son of Rome. Если вы смотрели прошлую серию, то вы тоже, как и я, наверное, были поражены прекраснейшей графикой. Ну, в принципе, неудивительно. CryEngine никогда не разочаровывает своих любимейших пользователей, а именно игроков. Собственно, здесь то же самое. Так, идет загрузка. Загрузка должна быть недолгой. Если вы помните, то в той серии мы очень много натолкали варварам. Не помню еще кому. Еще мы долго пытались побить нашего старого папу. Кстати, нам это удалось. А сейчас мы будем защищать наш дом от непонятно кого. Чтобы получить бонусный урон после казни врага, нажмите... Ну понятно, да, это я помню. Так, окей. Вот, тут можно выбрать либо здоровье, либо какую-нибудь еще хрень. Иди сюда, козел. Оп. Оп. Ой-ой-ой. Вот это зря вообще ты такое сделал. Оп. 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 Ах ты, ё-моё. Оп. На. На. И тебя сейчас. На. 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 Так, здоровье мы пополнили. Оп, иди сюда, красавчик. Оп. Ой, чувствую, руку отрубим. Да, это было красиво. Отлично. Не знаю, что мы сделали. Папа? Эй, где папа? Так, вот наш батя. Погнали дальше. Контрольная точка. О, нет! Суки. Нет! Я убью всех вас! Жопа вам, варвары, конченые. Ты в порядке? Убить! Конечно, в порядке, блин. Вот черт. Блин. Ах ты, ё-моё. Зря ты это сделал. Я теперь тебя зарубаю. На! На! Черт! На! На! Где он там? Иди сюда, падла. Отомстите за убийство. Конечно, отомстим. Уже отомстили. Что? Да я тебя сейчас порву, падла. На! Ух ты, ё-моё. На! На, на, на. Где, кто? Ох, это было красиво. Еще раз. И добей. А теперь мы чуть-чуть поправим свое здоровье. И теперь мы дойдем до нового оружия. Отец! Так. Так, так, так. Это уже плохо. Мари, нас хотят убить. Нужно попасть в здание Сената и спасти моих людей. Ни хрена себе, чувак. Да туда бежать полгода. О боже, это что за карапузик? Пупсик, иди сюда. Сейчас пробьем. Воу, воу, воу. Все, жопа тебе, мудак. Окончательная комбо, и у нас куча очков. Ха-ха-ха. Идем дальше. Открываем брутально дверь ногой. И смотрим красивое видео. А видео здесь просто бесподобное, серьезно, жесть.
как и графика. Просто прекрасная графика. Так, что-то мне кажется... Что? Черт возьми, ты кто? Кто ты такая, мать твою? Сюда. Там твоя судьба. Беги. Вау! Мне нравится такая фишка. Гляньте, гляньте! Ху-ху-ху-ху! Нифига себе! Так, у нас теперь есть какое-то некое шестое чувство. И, блин, мне это нравится. Только, черт возьми, куда бежать? Туда нельзя. Значит, бежим туда. А, бежать быстро — это F. Е-е-е. Так, у нас что-то... Подождите. А что было Е? Было что-то Е. Или это надо русское Е нажать? Да не. Ладно, бежим дальше. Бежим, 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 бежим. Контрольная точка. Что, мать твою? Мари, сюда! Да я здесь. Дальше бежим. Бежим дальше. Оп. Где? Кто? Иди сюда. Да я тебя сейчас пробью. На! На! Давайте хпшку выберем. Вот, хпшку выберем. О! Отлично. Плюс 200 к опыту. Воу! Воу-воу-воу! Так, стойте, а как там это... блокировать? Что-то уже совсем забыл. А ну. Оп! О, да, круто! Мы теперь можем блокировать удары. Оп! 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 Чувак, готов! Ты готов! Побежали дальше. Блин, он бегает-то как-то... почему в ому. Жалко, что здесь нет таких фишек, типа... Блин, ах ты козел. Оп. Давай. Оп. На тебе. Нежданчик такой, да? Да. Готов. И добьем его, падлу. На. Я должен позаботиться о своих так. Людях. А что с мышкой? В амфитеатре. Приведи его на форум. А, мы я понял. Твоего отца. Иди. Так, стойте, мне нужно в амфитеатр. Он вверху, а значит, мне нужно лезть вверх. Давай. Прыгай, чувак. Я в тебя верю. Блин, взял новую мышку. Она такая чувствительная. Так, вот, вроде бы убрал чувствительность. Да, не удивляйтесь, у меня чувствительность можно убирать сразу на ходу. Так. Давай, 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 прыгай, прыгай. А куда, чё он не идет? Что-то я не понял. Или тут прыгнуть надо? Или я не туда пошел? Так, стойте. Стойте, стойте. Чувак, лезь. Нет, нам надо куда-то туда идти. Он почему-то туда не идет. Непонятно, почему он туда не идет. Нет, туда он не прыгает. И туда он не идет. Блин, куда ж ты пойдешь? А, все, я понял. Пробьем к чертям все. Так, нам нужно взаимодействовать как-то. Опа! Короче, понятно, здесь взаимодействие идет только через отрубывание, перерубывание и прочую ерунду. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Вперед, вперед, вперед. Вперед, это только вперед. И я уже вижу кого-то. Так, стойте. Наверное, туда? Что?
чтобы бежать, нажмите F. Вовремя, я и так, по-моему, это знал. Так. Куда бежать? Наверное, туда? Воу-воу-воу! Конченые варвары! Мать их за ногу! Вы только посмотрите, что они творят! Твари! Чтобы поднять на поле оружия, стойки, нажмите Е. Чтобы прицелиться пилумом. Что такое пилум? Воу. Да ёлки-палки, нифига себе. Оп. На. 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 Погнали дальше. Убейте варваров. На. Мне интересно, а где он берет эти штыки? На. Знаете, мне нравится издалека так их всех перебить к чертовой матери. Так, что, ну, больше варваров вроде нет. Или я чего-то не понимаю. Ну, все прекрасно. Идемте вперед. А, вот еще есть. Чтобы включить режим ярости, нажмите Q. А что он дает? Ну. Воу. Давайте вот это выберем. Это что-то новое. На! О! Жесть, да он, блин, просто бомба. Класс. Кто следующий? А, вот они еще. На, тварь. На. На. Давайте мы поправим здоровье. А теперь мы поправим себе оружие. Оп, ты чё? Ах ты козёл. Да я тебя сейчас так промажу, козлина ты конченая. На! Так, ну а на тебе мы хпшки набьем. Вот так. Только что-то опыта нифига не набрали. А, у нас есть еще три копья. Куда? Не. Блин, Мария, мне послышать парень, сюда, думаю, нифига себе, вот это батя склеротик забыл, как нас зовут. Ой, я понял, что они на нас охотятся. А кто мы такие? Это, расскажи ж мне историю. Твою налево. Ctrl, чтобы быстро метнуть. Пилом нажмите Ctrl и... Так, ну, мне быстро их метать не надо. Прыгай давай. Хай-я! Давай. Воу! Так, нам надо поправить здоровье. Да. Оп, оп. Да, давайте жизни поправим. Ну, оп, что, не ожидал, да, козел? Так, давайте оружие. Так, у нас пропали жизни, значит, сейчас нам ничего не угрожает. Мы здесь не пройдем, Мари. Да ладно. Все, пусти этот мост. О, отлично, куда мне вернуться? Ты чё, дядя? Вот чувак дает. Лезь давай, Мари. Так, что там, пройти никак? Или может как-то можно? Ладно, идемте. Вот они все приколисты. Контрольная точка. Сейчас еще на меня выпрыгнет какой-то мудак, небось.
Опусти мост, Марий! Помоги мне! Да сейчас взаимодействие с вредителями на расстоянии при помощи... При помощи чего? Тю! Так, сынок, продолжай! О, мы пополнили. Ну, так а чё он не прыгает? Или мне... Опа-опа-опа-па! А что мне с ней сделать-то надо? Чёрт. Опа! Не знаю, что это будет, но что-то будет четкое, наверное. А, это я себе сделал эту, как его? Блин. А. Ладно, туплю. туплю. Я себе просто открыл вход. Опа! Опа! Оп! Ага! Все, я уже научился драться. Козел. Воу! Воп-воп-воп! Блин. На что способен? Да на все способен, козлина. Ах ты ё-мо! Ах ты ё-мо! Вот именно, что ты попал. Не. Так, давайте мы хпшки прокачаем. Ах ты мудак. Оп. Ага. Ага. Не. 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 Да какая разница, сражаться ты будешь, не сражаться. Оп, ой-ой-ой. Это я проморгал. Так, стойте, давайте мы ярость теперь прокачаем. Так что все? Вот это и все. Тю, я думал, он на большее способен. У нас мало времени. Да ладно, молчи уже. Я тут... Ну, давай, открывай. О. Тут тулю всех подряд, чтобы улучшить... Кстати, вот. Мы ж тут можем что-то улучшить. Улучшить движение убийств. А сколько у нас чего? 38 тысяч? Блин, а у нас-то мало. Ярость, 20 тысяч опыт. Блин, да тут все такое дорогое. О, давайте вот это купим. Оно бесплатно. Приобрести за опыт. Так, у нас со спины казни. Полностью все. Здесь у нас тоже полностью все. Мир, 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 мир. Здесь мир тоже, а совместные... И совместные у нас, в принципе, все открыты. А что там еще было? Улучшение навыков. Вот, мы можем навыки себе улучшить. Ярость, он купить, да купить, не знаю, блин, что это такое. Не, давайте здоровье, здоровье увеличим. Вот это возьмем. И вот это возьмем. И вот это возьмем. И вот это возьмем. Ну, короче, я купил себе вообще ненужную фигню какую-то. И, о, давайте еще вот это возьмем. На что деньги есть. Точнее, не деньги, а опыт или не знаю, что это. В общем, ох, сколько теперь у нас жизни. Отлично. Просто шикарно. Так, ёлки-палки. Опа. Опа-опа-па. Так, это наши, как я понял, воины, которым нам нужно помочь. Побежали! Не, не! Ах ты мать твою! Козлина, падла тупая. Оп! Оп! Опа! Оп! Так, и давайте хпшки. Хп, 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 хп. 8 микс. И давай еще. Опа! Опа! И вот так. На! Оп! Ха-ха, отбил!
Мудак. На, я тебе отбил. Оп. На, и под нехер. Сука. Оп. Так, а этому давайте ярость улучшим. Вот так. Ярость. Мы увеличили ярость. На. Оп. Сука. На. Так, не, знаете что, давайте сейчас здоровье. Оп. Оп. И вот это сделаем. Не знаю, что это, блин, я еще не успел выучить, что это все значит. Ну, короче, ах ты падла. На. На. Да зачем тебе рука? Она тебе уже не понадобится. Странно, что делают мои гладиаторы, если они нихера не делают, мать его. Теперь вот этого надо мутанта отмутолить. Вот этому отбить надо. Оп! Падла. Ах ты, сука. Мать твою. Падаль. Жизни поправим. Оп. 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 Толстый. А ну иди сюда. Сейчас я тебе пробью атаку. И теперь добью тебя. И теперь тебе жопа. Падла. Где ты? На. Удар гладиаторы. Оп. А ну давай сейчас пробью. А теперь тебе жопа. Ох ты мать твою. На. 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 Удар легенды. Комбо. 720. Вот оно. Побежали. Там нам кому-то помочь надо. Там он мочит чувака. А, ту батю нашего мочит. Ой, мать твою. Твою, сука, мать. Простите за маты. Я стараюсь обычно держать цензуру, но, блин. Все хуже, чем я мог вообразить. Ты должен спасти Рим. Спасти от... Спасти от них. Черт возьми, мне ж холодно стало. Ублюдки! Ублюдочные варвары! Я сделаю, как ты просишь, отец. Я спасу от них Рим. Пролью их кровь. Я командир Виталиона из 14-го легиона. Я сражался с твоим отцом. Если ты жаждешь крови, то я дам тебе ее столько, сколько выдержишь. Ты же из 2-го легиона? Да. Уже нет. Добро пожаловать в 14-й. Был во 2-м, стал 14-м. Или это наоборот круто? Виталион проследил, чтобы я закончил подготовку. Кстати, тот чувак немного на Безрукова был похож. Не заметили? С 14-м легионом я пролью море крови. Остров Британия — мерзкое логово на краю империи. Дом ублюдков, которые убили мою семью и начали восстание, охватившее весь Рим. После моего перевода в 14-й легион мы должны отправиться на эти острова. Я отомщу, подавляя мятеж. Я так понимаю, уже, наверное, не видео. Это мы сейчас будем уже играться.
А нет, это еще видео. Сухая земля и горячая еда ждут нас. Так, куда мы приплыли? Приготовиться к причаливанию. Ого, вот это цепки, так цепки. Что он будет... Ой, мать твою. Воу. Воу. Фак. Красиво. Мне нравится, как он в этих доспехах будет оттуда выбираться. Мать его, оно ж тяжелое. Не, лянь, он всплыл. Да ну нафиг. Воу, а это кто? Блин, гляньте, какая крутая вода. Черт, красиво. Игра захватывает своей графикой. Серьезно, игра захватывает своей графикой. Просто бомба. Так, чувак, давай, плыви наконец-то. О, поплыл. Блин, я что-то не понял, куда мы приплыли, но... Фак, это круто. Опустите цепь в гавани, доберитесь до берега. Так, ну до берега мы добрались. Теперь нам нужно цепь как-то опустить. Так... Щит взяли, это взяли. Ну что ж, побежали. Блин, да наши корабли сейчас разрушат к чертовой матери. Надо бежать. Ускоряемся. Опа, не понял. А нафига? Ладно, побежали. Бежим, контрольная точка. Еще бежим. Ну, что ты стал? Беги давай. А вон мудаки какие-то. Чтобы нанести сильный удар, нажмите, удерживайте либо это. Ух ты, мать твою. Воу. Ты падла. На, сука. Ты выпустишь мои кишки? Ты, мудила конченый. Да я тебе сейчас такое устрою. А ну иди сюда. Воу. Оп. На. Так, я понял. Вот эта полосочка это ярость. Нам нужно повышать ярость. В следующий раз мы прокачиваем ярость. 21x. 23x. Давайте, вот еще есть. Мудила. На. И добиваем. Давай. Воу. Ах ты мать твою. Ты мне такой удар классный. Сука. Падла. Где? На. Шо ты смеешься, придурок? Чем на флаг порежу. На. Падла. Что такое? Соберем остатки 14-го и снесем эту башню. Давай, побежали. Go. Stay with me forever, чувак. Так, наши... Нет, лучники, мать твою. Куда ты пошел? Ёп. Ой, где-то я это уже видел, блин. Чтобы уклониться от стрел, левый shift... Это лучшая практика, тра-та-та, я понял. Побежали. Оп! Стрел также можно отбивать. Можно... Опа! Оп! Жесть. Давай! Развел. Ух ты, мать твою. Я ударил. Не. Давай, добивай его.
Хью, включаем я. Оу! Жесть! Жесть! Фак, валяйте ноги, это круто! Мне нравится ярость, я обожаю эту штуку. Жесть. Давай, давай. Бегом, 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 бегом. Так, кого ты там ждал? Я тебя сейчас порежу. Порежу, руку отрублю. Голову. Опа, и вот так вот сделаю. Сейчас тебе теперь. Опа, опа. Оп. На, на. На. Давай. Оп. На. Оп, ты чё, офигел? А всё, тебе жопа нахер. Руку отрубил. О-о-о-о-о! Это было красиво. Знаете, включаю ярость. И понеслась. Вот это было круто. Мы это видели, черт возьми. Давай, зарежь его. Блин, жалко, что этот мудила подбежал сзади. Я вот так, сейчас бы так жестко сделал бы. Иди сюда. Мне надо как-то пробивать атаки. Научиться еще. Оп. 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 Та! Не так крепок, да? Я тебе сейчас голову отрежу, ты. Оп. О, это красивое второе двойное комбо. Это круто. Ах ты, сука такая. На. На. Ах ты, блядь. Ох, красиво. Жесть. Да все. Давай голову ему отрезай. Так, я понял. Идем дальше. Контрольная точка. Послушайте, наш флот разбит. Берег занят врагом. Наши товарищи умирали. Мы вынуждены отступить. Что, мать твою? Он, наверное, мертв. Нам отступать. Где точка сбора? Побереги! Так, мне надо набрать вот этих штук. Сейчас наберем. Пока я не скажу. Да, вот именно. И понеслась. Знаете, оп! Ах ты, мать твою. Сейчас я вас тут нахер всех порежу, блядь. Ах ты, мать твою. Берите лучников. Вперед! Зарубите их! На. Удар легенды, удар рекрута. А теперь сейчас будет, мать твою, конченая комбо. И все, понеслось. Вот это было красиво. Ух, это вообще было шикарно. 20x комбо. И еще зарезать его нахер. Ох, шикарно. Это было красиво. Ну и что? Кто там что говорил? Оп! Мать твою! 35x комбо! 38! Я красавчик! Плюс 2400. Почти прошел уровень. А где я дел все мои эти фишки? А, все, у меня все есть. А, это наши чуваки бегут. Значит, норм. Идем дальше. Это тоже наш тип. Понеслась. Ага. А вы назад хотели отступать. Они уже боятся. У-ху. Давай. Оп. Побежали дальше. Ха-ха. Ух ты. Мать. Мать твою. А вот это было непредсказуемо, если честно.
Ух, давайте заново. Ух, блин. Что-то я как-то провтыкал. Стрелы, лучники. Вперед, солдаты! Мы почти у башни! Оп! Вау! Гляньте, у нас в голове стрела торчит. А не, не в голове, в щеке. Чё-то флажок. Вау! Чёрт. Да текай ты, уйди. Вон пошел. Уа! Что за хрень? Так, что-то я ни хрена не понял. А, это командовать можно. Стрелы. Щиты! Вот это жесть. Поднять щиты! Щиты! Направо! Держать щиты! Жесть, ребята, жесть. Следующий ранг разблокирован. Солдаты, мы разрушим башню. Пошли! К чертям собачьим! Вперед и только вперед, ни шагу назад. Где эти конченые варвары? Убью всех, порежу! Солдаты, поднять противовес! Я почему-то отобру люки! Черт возьми! Воу, нас уже начинают мочить! Блин. Так, короче, мне надо куда-то вверх, вверх. Давай лезь. А, вот, падла какая-то. На! Да я тебе сейчас усё нахер сбарыжу. Иди сюда. Оп! Отлично, сейчас двойное будет убийство. Шикарно. Так. Надо мне что-то толкать. Ну, давай. Ага, я понял. Иди сюда. Вау. Сейчас подниму. Блин. Ладно, и так пойдет. Да давай, толкай. Эй. Все. Что? Куда? Ах ты мать твою. Жопа тебе, чувак. А теперь я включаю режим. Супер-пупер чувака нахер обкурыша. На. Давай. Оп. Дальше. Кто там? Оп. 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 Кто не так крепок? Я не так крепок. Чувак, это ты не так крепок. Оп. Оп. Опа. О, ё-мо. Жесть, я обожаю эту игру. О, вот это было неожиданно, нежданно. Ой, все, чувак, полетел. Вау, это ты зря сделал. На, ха-ха. Готов, падла. Да ёлки-палки. Что там не так? А, мне нужно их добить. Вау. Падла. Попрыгунчик. Вот я сейчас включу режим турбо. На. Оп. Оп. А ну, где ты там?
тебе сейчас режим нитро. Опа. Я сейчас еще раз включу режим турбо. На, толстый, падла. Где там? Ах ты, ё-моё. Охерел в край? Кстати, этот режим восстанавливает еще и здоровье. Это ты мне сказал? Сомневаюсь. Мы несем потери. Что поторопись? Я и так тут, блин, делаю, что могу. Или это типа нужно лучников убивать? Да. Так, ну все, мы все опустили. Да, я крут, походу. А, у меня стояли жизни. Черт возьми. Ладно, сейчас будем восстанавливать эту штуку. Жесть. Красиво. И такая эпичная сцена, жесть. Класс. Внимание, парни! Храбрец умирает один раз. А трус тысячи раз. Мы уже пролили кровь варваров. И их кровь такая же, как у нас. Хорош, сказал Нул. Мужик вырос. Готов? Ко мне! Вперёд! Жесть, обожаю эту игру. Прыгаем, бежим, ёлки-палки, убили нашего другана какого-то. Уф, мать твою. Так, ну что ж, дорогие друзья, все было круто, все было просто бомба, но на этом, наверное, я серию заканчиваю. Если вам понравилась серия, мне она очень понравилась. Но если она вам понравилась, тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, говорите, может быть, что-нибудь пройти еще. А также оставайтесь с нами, ноябрь будет весьма и весьма веселым, так как в ноябре релизы самых ожидаемых игр осени. Что ж, до скорых встреч, пока-пока!